Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом по заработку. Криптомонета Tron. Называется TronBit. Это инвестиционный майнер. И не забываем о рисках. Я вам даю информацию, где я работаю, зарабатываю. Решение принимаете вы и только вы. Имейте это в виду. Значит, регистрация здесь у нас. Ребятки, это уже второй у меня майнер по email адресу. Наверное, перестраиваются они. Надоели им эти телефоны, цифры. Значит, email адрес, пароль, повтор пароля. Тут написан security пароль, как бы секретный. Но у меня прошел что здесь, что и здесь. Разгадываем капчу, нажимаем регистрация. Вход по имейлу и паролю. Разгадываем опять капчу. Так. И кликаем. Нет. Регистр. Подождите, ребятки. Логин. Вот логин. По имейлу и паролю. Опять регистр, что-то на логин написано. Да что-то. Сейчас я перезагрузить. Вот логин. А, вот вкладочка логин. Вот видите, я только зарегистрировалась еще. Даже не логинилась. Логин. И бонус дают 903x. Значит, что здесь? Есть, если кликнем, вот смотрите, есть Telegram. Кликаем. Можно перейти к ним в Telegram. Открыть приложение и перейти. Далее еще у них есть WhatsApp. Опять кликаем. И можно перейти в чат у них, открыть приложение WhatsApp. Пожалуйста. Очень удобно. Также, ребятки, мне пришло письмо. Вот такое вот. С этого майнера. Они там говорят, типа, вкладывай, Елена Николаевна, больше 5000 монет. Ну да ладно, шутки шутками. Значит, давайте переведем на русский. Остаток средств. Это базовая учетная запись. И это промо-аккаунт. Вот. Также здесь есть вот эта домашняя страничка. Трейдинг. Вот так. Вот трейдинг. И будет идти с майнера 6%. Это вкладочка вот плюсик. Это сделать депозит. Депозит можно сделать на домашней страничке. Можно здесь сделать. Давайте сейчас посмотрим. Адреса должны быть одинаковые. Вот, вот эта стрелочка, это сделать депозит. Да, сразу сделаю депозит. Я копирую, вот внизу написано то, что я скопировала. Перехожу в TronLink. Отправляю монетки. Вставляю адрес. Проверяем, чтобы все верно было. Так, и закину я без фанатизма. 20 монеток. Этого будет достаточно. Цент. Ждем. Проверяем. Вот 20 монеток я отправила. И вот эту вкладочку надо нажать. Значит, они пишут здесь, что я... Что депозит пойдет перевести на русский. А пополнение успешно. Все, я пополнила, чтобы нажала на 5-10 минут, как обычно. Так. Далее, что у нас? Это пополнить, сделать депозит. Это вкладочка вывода. Монетки еще не поступили. Будем ждать. Также вкладочка вот здесь на домашней страничке.
аккаунт. И реферальная ссылочка, значит, вот она. Вот здесь, где человечек в самом низу. Кликаем, попадаем, как бы это кабинет, аккаунт. Кликаем поделиться. Здесь находится наша партнерская ссылочка. Реферальная программа 3 уровня, 8%. Как-то интересно у них. Так, мой профит. Давайте я переведу на русский, будет легче. Моя прибыль. Вот 900 монеток здесь, то, что дали за регистрацию. Изменить пароль. Команда — это что у нас? А мои рефералы. Так. Команды, партнеры. А это партнер. Вот не знаю достоверно, насколько эта информация, что у них столько партнеров. Я, ребятки, не знаю, правда это или нет. Значит, история. Ваша история депозита в монетке еще не поступили. Видим, да, что еще нет ничего. Так, контакты. Телеграм, WhatsApp, пожалуйста. Что еще? Android приложение. Есть у них документы. Ну, тоже можно это все посмотреть. Вот. Минимум. Что у них здесь? Это минимум депозит. Минимум. 5. А, это идет. Нет, это идет у них. Что это? Депозит типа того обрабатывается 5-10 минут. Ну и выход. Давайте обновлю страничку. Так, я сделала пополнение. Не знаю. А вот, видите, зеленым загорелось. Вот только когда. Угу. Им, да, мои монетки уже поступили. Так. Сейчас посмотрим. История. И вот мои 23x мои поступили 18.02. Трейдинг, не знаю, надо будет заходить или нет. Но посмотрим. Снять со счета. И у меня вывод средств базового аккаунта. Смотрите, вот это базовый аккаунт. Вот это рекламный. Так. Отсюда безлимитно. Поставлю я на оригинал. Так. Это промо-аккаунт. Это... Так. Базик-аккаунт. И сюда вот кликаем промо-аккаунт. Значит, сюда вставляем мы адрес. Я иду в TronLink. Так, TronLink. Я копирую адрес. Вставляю сюда. Вставляю адрес. Сюда сумму. У меня один. Посмотрим, точка будет ставиться. Точка 60. Пароль стоит. Кликаю Submit. Ну-ка, что у нас здесь? Я еще хочу перевести на русский. Потому что здесь что-то... Вывод средств производится сразу. Выводить можно раз в 24 часа. Ну, это понятно. Вывод инстанта. Кликаю Submit. Так. Перебросила меня. И что у нас здесь? 1.3x. А монета 60 монет 0.60 что-то и не вывелось. Вот такой вот новый майнер у них. Сейчас посмотрим. Да, одна монета. Видим, да, плюс один. Вот она. Значит, монетки не выводятся. Вот эти копейки типа. Да? У меня 1.60. Ровная сумма только выводится. Вот так.
имеем в это в виду. Так, далее что? Сейчас даже зайти посмотреть. 1.44, ребятки. У меня здесь был 1.60. 1.44, в общем, не знаю, посмотрим. Вот. Такой вот майнер. Ну, в принципе, на этом все. Интересно, заходим, неинтересно, проходим мимо. Вот, не забываем о рисках. У меня уже, знаете, сколько? Я уже третью его коллекцию открыла. Вот у меня первая моя коллекция. Все, я сегодня с них со всех все вывела. Вот, все у меня, все на данный момент, они все платежные. Вот, это вторая коллекция. И вот третья коллекция я вот уже создала. Потому что если все лепить в одну, я запутаюсь просто в них. Вот, так вот по чуть-чуть, чтобы не запутаться. Не забываем о рисках. Я рискую своими деньгами, распоряжаюсь. Вы же распоряжайтесь своими деньгами сами. Интернет — это всегда риск. Тем более высокодоходные инвестиции. Помните об этом. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!